Магазин «Жигули». Тот, что рядом со мной. Разбитая БМП. Живое пиво. Магазинчик. Вот, магазин автозапчасти. Куча сгоревших автобусов, как барьер. Тут заблокировано, да? Конечно. Так, тут мы не проедем. Наглухо все заблокировано. Это там тоже плохая идея проезжать. Ну да. Технику. Для того, чтобы эти улицы Мариуполя просто навсего заблокировать. В квартале отсюда шел стрелковый бой, он и сейчас идет, я там, собственно, только что был. А в нескольких кварталах уже идет полноценная, полномасштабная война. А с той стороны работают и грады, и в эту сторону что-то работает, и, в общем, какие-то картины по-своему ужасающие. Но, несмотря на это, люди обычные, особо ничего не боятся. Они тут ходят вперед. Как будто такая новая постапокалиптическая реальность. Города нет. Город умер. Разбит